Еще год назад здесь было видно безбрежное людское море. Еще год назад мы шли плечом к плечу. Мы несли в руках портреты наших родных. Мы обнимали наших ветеранов. Мы с нетерпением ждали юбилея Великой Победы. В этом году, 9 мая, мы впервые не сможем выйти на улицы наших городов. Но у каждого из нас в сердце есть место, куда мы можем приходить всегда, которое принадлежит нам. Это наша память. А значит, несмотря ни на что, мы снова будем вместе. Мы соберемся у экранов. Мы будем вспоминать. И петь любимые песни. Мы выйдем на связь с городами России в каждом часовом поясе. Мы увидим лица ветеранов и услышим их истории. Мы обязательно встретимся через 75 лет после войны. Лев Лещенко, Ирина Муравьева, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Александр Петров, Федор Бондарчук, Федор Виктор и Иван Добронравовы, Дима Билан, Диана Арбенина. Праздничный вечер с Днем Победы. Сегодня только на канале «Россия». Дорогая мамочка, не волнуйся, у меня все хорошо. Громим фрицев так, что пух летит. Я даю тебе еще шанс. Привет, тетя Маня. Целую, твой Коля. Пошли домой. Т-34. Впервые полная версия. Сегодня в 21:00.